Наш медицинский конвейер состоит из 39 медицинских приборов и аппаратов. Переходя от одного аппарата к другому, пациент совершенствует свое зрение. Сегодня мы поговорим с вами об аппарате, который называется Кэмпбелл-стимулятор. Этот аппарат применяется при лечении астигматизма, близорукости, дальнозоркости, спазме аккомодации. Действие прибора основано на предъявлении глазу пространственно-частотной решетки, вращение которой способствует раздражению фовеальной зоны и всего поля зрения амблиопичного глаза. Пациент усаживается перед прибором, включает его и наблюдает за центром вращающейся решетки. Вначале глазу видны более широкие полосы, потом в процессе лечения и улучшения остроты зрения заметны более узкие участки прибора. Подсветка в приборе может быть красного цвета, зеленого или синего. Это связано с наличием в сетчатке цветовосприимчивых элементов. Для усиления эффекта лечения аппарат Кэмпбелл применяется в комплексе с аккомодотренером. В барабан помещены линзы с разными диоптриями. Настраиваясь на каждую линзу, аккомодационная мышца подстраивается так, чтобы было максимально видно четкое изображение на приборе. Происходит оптико-физиологический массаж аккомодационной мышцы. О строении аккомодационной мышцы и о ее работе подробнее можно узнать из фильма профессора Демского на нашем сайте и на канале в YouTube.